сотрудников, как их? Инструментарий. Чем с инструментарием? Допустил административное правонарушение, в частности. Управлял транспортным средством. Первоначально можно открыто заявить, что с признаками алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя изо рта сильнейший, неустойчивость позы, ярко выраженная. Согласны со мной? Да. Пили-то какой алкогольный напиток? Водка, пиво, коньяк, виски, бренди, ром, текила, далее тому подобное. Водка? А водки много выпили? А сколько? Грамм 100. Вы находитесь в таком состоянии, что вы чуть-чуть не контролируете свое поведение. Но также и за рулем в том числе. Не, мы вам помогали с коллегой встать, когда вы вышли из машины и упали. Вы согласны со мной? Я не обманываю? Нет, вот я же вышел, нормально. Нет, когда вы вышли из автомобиля своего, вы упали. Не. Ну куртка так грязная, почему? Потому что вы упали. Куртка была на боту, грязная. Но вы сейчас стоите, вот держитесь, допустим, левой рукой за... Видите, вас пошатывает. Это говорит о чем? Что у вас неустойчивость позы. Что в вашем организме достаточное количество алкоголя, которое вам мешает адекватно думать, соображать, реагировать на изменения в дорожно-транспортной обстановке. Мне интересно, толкнуло вас что? Сесть за руль автомобиля в состоянии опьянения. Не хотите ответить на вопрос? Ну ладно. Продувайте в трубочку, как шарик, долго, продолжительно. Еще.